Мой творческий путь определился, когда я взяла пластинку Людмилы Зыкиной в руки и услышала песню «Ваня». Меня настолько тронула эта песня, я захотела петь такие песни. Жил волшебник в его боях. Я настолько привыкла слышать, что это не модно, это устаревший жанр, это какой-то old school. Я слышу сплошной негатив. И та музыка, которой я занимаюсь, она меня одухотворяет. У меня внутри вот какое-то такое тепло. Мне хочется петь именно это. Когда я это пою, я сама себе нравлюсь внутри. Я могу это передать зрителю. Я считаю, что это важно. Добрый вечер. Меня зовут Алена Петровская. Когда домой придешь в конце пути, свои ладони Богу опусти. Издалека долго течет река Волга, течет река. Хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне 17 лет. Это была Алена Петровская с бессмертной песней Людмилы Зыкиной. Алена, когда вы выступали, я видел, что члены жюри, в том числе строгие и суровые, подпевали. Это уже довольно серьезная оценка. Михаил Сергеевич, вы готовы с места в карьер включиться в процесс? Бесспорно, бесспорно. Я, конечно, говорю «да». И не потому, что мы из Санкт-Петербурга, а хотя потому, и поэтому что... тоже. Смотря за какую команду болеет Алена. Алена, не говорите. Можно я скажу? Я за «Зенит». Вы проходите. Очень толково по существу, по-актерски. И все это очень правильно. Дорога выбрана верная. Мой совет – более скупо в движениях, чем статичнее эта конкретная песня, тем она становится глубже. Без видения сумасшедшего Волги, ребенка, рыбака и прочего. Это все там осталось. А вот то, что здесь, нужно очень минимизированно отдавать. И вы это можете. Вы великолепно поете. Спасибо, да. Спасибо большое. Ну что, Алена, у вас есть первое «да», но для того, чтобы пройти в четвертьфинал, нужно, чтобы их было минимум 3. Валерий Яковлевич,
Ваше мнение. Вы очень хорошо смотритесь. Вы спели крепко, уверенно, чисто. Мне жаль только, что, наверное, из-за того, что регламентом ограничены, да, песню пришлось основательно потикать, потому что там начинается история с 17 лет и заканчивается уже преклонным возрастом. В нашем возрасте заканчивается. Да, в нашем возрасте заканчивается. И если бы у вас была вся песня, наверное, вы бы что-то, я надеюсь, бы сделали с финалом. Спасибо, да. Спасибо большое. Диана. Все, что я могу сказать, я, конечно, очарована. А вы действительно любите то, что вы поете, это сразу видно. И я, конечно, вас однозначно пропускаю. Спасибо большое. Три «да». Володя? Вот реально каждое слово проходило через сердце, через душу, через голову. И вы это сделали интеллигентно очень. Вот Михаил Сергеевич, конечно же, прав. Ее надо настолько минимализировать, быть как бы... Ну что ли, льдышкой, может быть. Это больше еще дает, больше, вы понимаете, да, эмоций. И, конечно же, вы потрясающе. Да. Спасибо. Большое спасибо. Алена, я вас поздравляю с дебютом. Вы проходите в четвертьфинал. Вторая песня не понадобилась, но я напоминаю уважаемым членам жюри, что если вы не уверены в своем решении, то можно попросить исполнителя спеть еще одну песню. Такое право у него всегда есть. У меня создалось впечатление, что тебе удалось поразить и очаровать наших членов жюри. Это так? Надеюсь, да. Андрей, скажи, пожалуйста, как тебе саунд Алены сегодня? Восхитительный. Он был прекрасен на репетициях. Мы пели вместе, дуэтом, как говорится, как могли, да? Но сегодня это было великолепно. Даже не понадобилось петь вторую песню, а мы бы ей добили бы, честно говоря, бы их окончательно. Молодец.